Краснодаре в результате ДТП погиб мотоциклист. Трагедия произошла сегодня ночью около парка Краснодар. Видео с места ЧП сняли очевидцы аварии. На кадрах видны машины скорой помощи и разбитая двухколесная техника около бетонных ограждений. По предварительным данным, водитель 33 лет, управляя мотоциклом BMW, двигаясь по улице Восточно-Кругляковской со стороны улицы Тихорецкой в сторону улицы Жлобы, на регулируемом перекрестке с улицей Школьной, не выбрал безопасную скорость, которая соответствовала бы конкретным условиям движения, в результате чего допустил наезд на препятствие. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Вместе с ним ехала 23-летняя пассажирка. Она тоже серьезно пострадала. Девушка доставлена в больницу с множественными травмами. Сейчас за ее жизнь борются врачи. На Садовом мосту встали трамваи. Всему виной авария с участием двух легковушек. После удара одна из них вылетела на рельсы и столкнулась с общественным транспортом. Есть пострадавшие. В результате ДТП водитель отечественного авто поранился разбившимся боковым стеклом своей машины. Медицинскую помощь ему оказали подоспевшие врачи. В настоящее время по факту аварии назначено административное расследование. В случае, если будет установлен факт причинения легкого вреда здоровью пострадавшему, то виновнику аварии может грозить штраф в размере до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 1,5 лет. Последствия аварии устранили быстро. Как сообщили в пресс-службе КТТУ, простой трамвай составил 20 минут. В юбилейном микрорайоне пропал 12-летний мальчик. Очевидцы говорят, что после обеда он с друзьями пошел купаться на реку. Вечером за храмом Рождества Христова три школьника решили переплыть Кубань. Но сделать это сил хватило не у всех. Один ребенок выбрался на берег самостоятельно, второго вытащили из воды взрослые, а третий не найден до сих пор. Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Следственный комитет проводит проверку. Напоминаем, купаться в реке Кубань запрещено. Любовь творит чудеса и даже помогает раскрывать преступления. Жительница поселка Российского разорвала отношения со своим молодым человеком и вскоре после этого обнаружила пропажу ювелирных украшений. Позже ей позвонил бывший бойфренд и признался в краже. Он предложил вернуть похищенное в обмен на возобновление отношений. Девушка обратилась с заявлением в полицию. Шантажиста задержали на улице Петра Метальникова. Им оказался ранее несудимый 30-летний житель Сочи. Полицейским он пояснил, что не смог смириться с расставанием и решил украсть драгоценности. В дом он проник, разбив кирпичом окно. В итоге сотрудники полиции вернули украшение законной владелице, а злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы. Ездоки на крышах авто частенько стали мелькать в лентах социальных сетей. И вот наша подборка видео на эту тему. Не так давно этот молодой человек решил отметить послабление режима самоизоляции в прямом смысле на машине. Позже водитель «восьмерки» был найден. Вот еще случай в районе парка Краснодар. Здесь был замечен отечественный автомобиль. На его крыше сидели 4 человека. Этот поступок разжег среди пользователей соцсетей серьезную дискуссию, а любителям экстремальной езды заинтересовались сотрудники полиции. А вот это последний случай, предположительно, на улице Красной. Молодой человек, сидя на крыше черной иномарки, рассекает по ночному городу и снимает это на камеру мобильного телефона. Сотрудники ГИБДД напоминают, последствия таких развлечений могут быть печальными. Перекресток Красных партизан и Тургенева. По дороге едет синяя фура без прицепа. На ее обгон пошла черная машина и подрезает водителя большегруза. Ему какое-то время пришлось прокатить иномарку на переднем бампере в слепой зоне. К счастью, никто не пострадал. Надеемся, что лихач осознает свою ошибку и в следующий раз будет аккуратнее водить авто и с уважением относиться ко всем участникам дорожного движения. Улица Оторбекова. Водитель на желтой машине стоит в пробке за перекрестком. Позади него медленно, но уверенно подкрадывается серебристая иномарка. Сначала ее водитель остановился, но потом резко нажал на педаль газа и протаранил таксиста. Что ж, его клиентам теперь придется подождать. Улица Селезнева. Чтобы проехать перекресток, нужно убедиться в том, что пешеходов на нем нет. Водитель белой машины так и сделал, но его оппонент на иномарке, видимо, не заметил стоп-сигналы и устроил ДТП. От удара один водитель сделал рывок вперед и чуть не наехал на пешехода. К счастью, все обошлось. Прежде чем проехать перекресток, убедитесь в безопасности маневра или удостоверьтесь, что вас пропускают. А водитель на белой иномарке на пересечении Трубилина и Калинина пренебрег всеми правилами и получил удар в правое колесо, а заодно испортил день своему оппоненту. Будьте внимательнее на дорогах.